В минувшую субботу, 24 ноября, состоялась очередная встреча закрытого клуба КМБ «Премиум». Этот проект был создан клубом молодых бизнесменов для предпринимателей, которые уже уверенно ведут свой бизнес. КМБ «Премиум» – это бизнес-клуб. Здесь тренинги у нас не проходят, здесь у нас проходят встречи бизнесменов и руководителей компании. Здесь обмен опыта, здесь обмен полезными контактами, здесь происходит интерактив. Иногда мы приглашаем экспертов в какой-то области, которые делятся своим опытом, своими лайфхаками. Тут не про тренинг, тут больше обмен опыта, знаниями и помощи. Здесь есть люди, которым интересно инвестировать в какие-то новые проекты, это инвесторы. Есть здесь люди, которым интересно взаимодействовать с другими компаниями. Это международный бизнес-клуб. Почему международный? Так как у нас запущен КМБ «Премиум» в Одессе. Там уже проходят мероприятия. В Молдове мы уже не первое мероприятие организовываем. И в будущем мы планируем запускать в России и в Румынии. Стоит пояснить, что в КМБ «Премиум» могут попасть только владельцы и руководители компаний. Например, Евгений Бойко, успешный бизнесмен, основатель креативного агентства, стал на этой встрече спикером и поднял очень важный для всех предпринимателей вопрос – как правильно работать с рекламой. Потому что придете вы к блогеру и скажете ему: дружище, вот тебе наш продукт, и напиши что-то о нем, без проблем. Он расскажет что угодно, но не ту историю, которую он должен рассказать про это. КМБ «Премиум», мне кажется, очень логичный шаг в развитии проекта ребят. Почему я его считаю логичным? Потому что за эти годы уже кристаллизовалась определенная масса предпринимателей, которые уже чего-то добились, уже что-то умеют. И я думаю, что главное, две функции будут выполнены этим проектом, очень нужные нашему рынку. Первое – это тот факт, что люди будут делиться опытом. Как, допустим, сегодня я просто рассказал коллегам свой опыт работы со стороны того, кто исполняет определенные услуги. И это был тот редкий случай, когда я могу обратиться к заказчикам и указать на некоторые вещи. То есть, с одной стороны, это обмен опытом, но с другой стороны, то, что для меня еще более важно, это возможные бизнес-связи в будущем. Формат встреч в КМБ «Премиум» в корне отличается от привычных нам тренингов и лекций. Мероприятия построены на постоянном взаимодействии аудитории со спикером и друг с другом. Конечно, любые мероприятия такого формата, основная ценность здесь – это нетворкинг. Но помимо всего прочего, конечно, мы ходим и общаемся с людьми для того, чтобы каким-то образом наполниться какими-то новыми идеями, получить другой опыт, узнать о нем. Где-то мы хотим избежать каких-то факапов на основе чужих ошибок. Ну и основное – это знание и развитие. Если вы уже состоялись как предприниматель, но хотите получить больше знаний, связей и опыта, заходите на сайт проекта www.kmbpremium.md и оставляйте свою заявку.